Еще раз повторюсь, по моему скромному мнению, и что-то мне подсказывает, что многие присоединятся к третью и четвертую позиции, которые позволят командам поучаствовать в переходных матчах, матчах плей-офф. Но это позже, Урал в атаке, и будет 11-метровый удар. Без всяких сомнений указал. Сразу же красная карточка. Какой жесток увеличить свой голевой багаж. Прекрасная возможность для того, чтобы забить третий мяч за Урал. И очень хладнокровно и точно Эдгар Манучарян открывает счет в этой встрече уже на 5-й минуте. Ну, может быть, в протокол попадет 4-я. Хотя момент стал настолько опасным после фола в исполнении Игоря Климова. Ну что ж, начало, которое говорит о том, что одной из команд сегодня предстоит на протяжении всех 90 минут, по сути 90 минут игрового времени, обороняться, и сладкой Сибири точно не придется. Кстати, провел за Сибирь первую часть сезона, но сейчас Манучарян с мячом. Вновь выбирает мяч под себя, подключает партнера, тот хорошо с ним отыгрывается и может забивать второй мяч, а вот и гол! Эдгар Манучарян во втором матче оформляет дубль. Во втором матче подряд, и вы знаете, это только начало. Начало игры, впереди еще много времени у армянского легионера Урала для того, чтобы довести счет своим мячам до большего количества. Разыграно просто на загляденье, как в учебнике для первых занятий футболиста. Отыгрался в стеночку, отдал, открылся. Все сделал правильно Эдгар Манучарян. Сыграл на линии офсайда, но берут мяч. И в центре поля все у них получается. Да и по флангам разбегаются. Свободного пространства хватает Манучарян. Еще один пенальти, да. 24-я минута, и Виталий Мешков, человек, который празднует сегодня свой 30-й день рождения, во второй раз в этой встрече указывает на отметку в 11 метров. Вновь Манучарян, вновь в штрафной площади, и в прошлый раз Игорь Климов за снос. Еще одно испытание. В какой угол на этот раз пробьет Манучарян? В противоположный. В прошлый раз он отправил мяч в левую девятку от себя. Сейчас, соответственно, в правую шестерку. Очень спокойно Манучарян оформляет хет-трик. Какая скорострельность. В игре с Томью 2 мяча. В этой уже 3. То ли еще будет. Ой-ой-ой. А помните в прошлом сезоне, когда Павел Погребняк перебрался в стан лондонского Фулхэма, он тоже там первые игры безостановочно клепал. Манучарян не сразу начал...